как обследоваться, какие анализы сдавать, чтобы контролировать появление раковых клеток. Скрининговая колоноскопия – самый надежный, самый точный метод диагностики полипов и возможность удаления сразу этих полипов. Если вы будете удалять полипы, то ничто из них не вырастет. Это самый надежный, самый доступный способ предотвращения развития рака толстой кишки, так называемая прививка от рака.